Режиссер известных в стране произведений «Айман мен Шолпан», «Аңшы бала», «Көзіме қара», «Жаңғақ ағаш», удостоенный гран-при Пусанского кинофестиваля Ерлан Нурмахамбетов начал снимать 16-серийный кинопроект в Акмолинской области. В Бурабай идут съемки сериала «Каникулы офлайн Айканат», известной франшизе, в центре которой дети уникальной школы. Сюжет повествует о деревенском мальчике, жизнь которого резко изменилась после поступления в городскую школу. Главного героя сериала сыграл студент Национального университета искусств Шабет Саят Атабай. Имя моего персонажа Айбол, 15-16-летний ученик 10 класса. Очень интересная роль. Учащийся, который не находит свою профессию, пробует себя в каждой понемногу. Начинает узнавать новое. Мне очень интересно. Я играю роль Миланы. Персонаж любит носить разные красивые вещи, любит выделяться. Я тоже такая же в жизни. С первого дня я сильно увлеклась ролью, никаких сложностей не было. В сериале снимаются 14 актеров. Съемки сериала начались месяц назад. Стоимость проекта – 125 миллионов тенге. Произведение, которое снимается в жанре комедии, состоит из 5 частей, 16 серий. Генеральный продюсер сериала Эрнар Курмашев. Мы уже сняли 4 части. Сейчас вот 5-я часть снимается в школе Айханат. Это про мальчика, который у нас в 4-й части отдыхает в лагере. И его мечта, так как он из аула, поступить в эту прекрасную школу, получить крутую возможность дальше поступить в одни из лучших вузов Казахстана. И идеей вот 5-й части является то, что мы уже показываем, как он учится здесь, как он дальше реализует свою мечту, не просто уже дальше поступить, а найти свое предназначение. В съемках данного сериала приняли участие более 200 учеников школы «Айханат». Этот проект – первая полнометражная работа молодых актеров. Съемки продолжаются, несмотря на плохую погоду. Премьера телесериала запланирована на одном из отечественных телеканалов в сентябре 2024 года. Стоит отметить, что «Айханат» – это масштабный проект по обучению сельских детей. Отобрано более 1000 учащихся. Предпочтение отдается детям из многодетных и неполных семей. Зарина Беккалиева, Резагуль Шаменова, Медет Каркенов, Кукши, Ахпарат.